Так, все собрались, флаги в руки. Он все знает. Флаги в руки. А елки-палки! Кто чухается? Стоит нервничать. Слышь, флаги разобрали, пошли, мне времени нет. Я письмо дала и ушла. Последствия вам известны, господа, проплаченных митингов? Да, конечно. Хорошо. Где он? Что ты хочешь? Где же флаг? Что это я возьму? Флаг возьми. Давай возьму. И на сигарет. Флаг, все. О, слышишь? Игорь. А что, больше никого не было? Слышишь, если нас спукали. Ничего не, просто мы несем. А? Просто несем. Ну, ты же не делаешь. Себя внутри. Так. Не надо меня обнимать. Я не хочу ко мне. У меня внутри. В интернете выкладывается различная информация даже по поводу того, чего еще вообще нет. Организация только мной создана, она не сделала еще ничего плохого и ничего хорошего не сделала. Вот. И, скажем, я к ней имею весьма косвенное отношение, а там пишут, что я лидер этой организации, ее создатель, Народная Рада Бессмертия. Я не лидер ее. Я являлась приглашенным членом президиума. Минуту. Я хочу стать лишь в том случае, если после ответа СБУ на данное письмо, да, подтвердится, что ничего здесь противозаконного нет, тогда я приму данное решение. В противном случае этого решения не приму и останусь только лидером движения «Свой путь». Все. Свой путь, да? Да. Нет, там же классно. Такое Божье описание. Я разговариваю. Я вообще свобода из вообще. Свобода? Да ладно. Что там, Россия быть и слова не может. Просто, я же говорю, за Украину, мы знаем, за единую Украину. Да, да? Да. Конечно. Правда, за деньги, но это уже другое. Какие вопрос. Деньги? Посоточки мы дали команды... вам. Посоточки вам дали. Януковича. С дивана за Михайлом. Да. Не, ну вот тот близкий товарищ, это брат, а вы просто товарищ. Это вы, а вы, пацаны. Мы с ее командой. Команды. Подсказываю, вообще-то это новое движение называют «Свой путь». Вообще будет «Свой путь». Вообще чем заниматься? Куда путь держим? Волонтерское движение раз. Волонтерское, вот. Да. Это первое, да. А вы где-то на жрал? На родительная помощь. Будет. Волонтерское кому помогать? А? Кому помогать? Участникам АТО, детям-сиротам, инвалидам, многодетным и так далее. Это хорошо. Я сам многодетный, у меня 6 родителей. Уже делалось что-то по линии помощи участникам АТО? Офис организуется, вот мы должны получить от СБУ. На Ланжероновская 3, там дают офисы волонтерам, ну, чтобы не взрывали. Ну, вот сейчас Вера должна первая с СБУ решить вопрос, чтобы это было все официально, чтобы не было никаких вопросов. Так какие же официально? Кто же мешает заниматься плохим делом? Вы видите, какие-то просто были непонятности. Вот она хочет их выяснить, чтобы их не было на будущее. Я думаю, что... Она просто, понимаете, она участник сепаратистского собрания Народной Рады Бессарабии. Вы не считаете Народной Рады Бессарабии? Ни в коем случае не считаю. Нет, абсолютно. Боже упаси. А потом вот таких сажают, как вы. Вот вам... Потому что вы делаете очень плохие вещи. Вы тоже, знаешь, вот сначала это начинается с вот этого, потом вот, вот что-то другое, вы даже вот не знаете, что в плакатах написано. Вы вас слепую просто используют. Вы идете, делаете какое-то дело, а оказывается, это дело против Украины, понимаешь? Но ну, нельзя этого делать. Как можно против Украины? Вот против Украины. Я же тебе рассказываю. Вот можно. Вот используют вас. Вот можно. Просто используют. Потому что с российским флагом сейчас против Украины никто не даст тебе пошагать по Одессе. А с украинским флагом ты можешь сказать, я за Украину, что вы меня трогаете. И будучи быть за Россию? Конечно. Да, ну, конечно. Это нелогично. Ну как нелогично? Конечно, нелогично. К сожалению, я же говорю, вас могут даже вслепую использовать. Нас вслепую никто не использует. То есть вы осознанно, да, этим занимаетесь? Конечно. Так она же... Я скажу сразу, что Вера Михайловна в будущем хочет баллотироваться в горсовет. А, вот. Поэтому привлекает к себе внимание вот с флажками, с плакатами, со всем этим, правильно? Ну, потому что пиар нужен, это же логично. Ничего нет уже. Не, ничего, в пиаре плохого ничего нету, конечно. То есть она вот этот пиар себе создает для того, чтобы осенью выйти на выборы и баллотироваться, правильно? Я думаю, что до этого надо сделать очень много интересных, хороших, добрых дел. Ну, дай бог, конечно, если это интересные и добрые дела. Но интересные вот она уже сейчас, начала делать. Вот это уже пиар. По крайней мере, она уже направляла несколько раз грузы в зону АТО. Направляла. Mm-hmm. Вот.
И наши ребята постоянно ездят туда, в эту зону и так далее. Где это посмотреть? Это у Веры спросите, она, да. То есть вы не знаете, вы ее команды, но вы не знаете, где это там можно посмотреть. Когда нужно, когда мы собираем продукты, а собираем, когда, что нужно. Когда последний раз вы отправляли? Отправляли в марте, отправляли в декабре. В декабре. В марте, в декабре и в январе. Подержи. Я достану? Да, достану. Ну, вам просто неудобно, чтобы вы там не говорили, да? Вот, вот так. Если можно, к эту сторону камеру разверни. Я не могу, Ваня. Есть молдаване? Покажи. Молдаванов нет. А кто ж тогда будет стоять с вот этим плакатиком? Должны были стоять люди. Я молдаван. Да. Я не молдаван, я украинец. А вдруг там «я дурак» будет написано? Это вот написано «разная национальность». В принципе, так а кто ж с этой вот национальностью? Ну, вот люди молдаване есть? Пришел, да, не молдаван не пришел. Хорошо, давай дальше. Кто пришел? Давайте дальше. Хорошо. Молдаван не пришел. Отмечаем. Молдаван не пришел. Я... Русский. Кто русский? Я русский. Русских тоже я нет. Русский? Отлично. Ну, с 83-го года в Одессе. Вот я украинец, нормально, да? Кто украинец? Есть украинец? Я украинец. Отлично. Моя фамилия доказывает. Цыгане есть? Цыгане есть? Да. Цыганы не пришли? Да. Отлично. Я поляк. Русский пришел и украинец. Это хорошо. Можно? Да, я помогаю. Поляк. Кто? Поляки есть? Нету, тоже не пришел. Поляк не пришел. В Одессе, да, в Одессе. Поляк, я болгарин. Болгары есть? Вот. Тоже нет. Болгарин, болгарин есть, не вот, пришел. Секундочку, болгарин Дима. Я гагауз. О, слава богу. Гагауз. Гагауз. Кто гагауз? Вот. Кто гагаузы? Были гагаузы? Да. Это лозунги, призывающие к единству Украины, получается. И гагаузы, да? Не было. Болгарин не пришел, молдаван не пришел, цыган не пришел. Только русский, поляк тоже не пришел. Эх, блин, пацаны, что ты херовенько. А так, что у нас есть, смотрим, вы не обращаете внимания, да? Вы только обращаете внимание. Я вижу, украинец и русский пришел. У нас есть и греки, и кто угодно. Ну, понятно, что у вас есть. Я русский, украинец, и армяне. Ну, нормально, так, я же говорю, эти пришли. Вот. Эти молодцы. Не сепаратисты. Мы не сепаратисты. О, они не пришли, да? Мы не сепаратисты. Не пришли, да? Все не сепаратисты. Вот эти люди не пришли тоже, отвечаем. Не сепаратисты не пришли. Ну пришли, это я, сепаратист, да. Вот я не сепаратист. Вы не сепаратист. Ну вы свободовец, да? Как вы можете. Тем более не сепаратист. А действующий свободовец или бывший? Почему бывший? Ну не знаю, почему. Мало ли почему. Да, свободовец. Я скажу следующее. Не сепаратисты не пришли. У человека есть свои внутренние убеждения. Давайте дальше. Вот, которые что нельзя нас, ничем. Что у нас дальше? Так, демократическое, поэтому бардак. Так. Нет живой информации. Нет лживой информации в СМИ. А где в СМИ? Кто лжет? Многие СМИ нет, лживо. Таймер лжет. Свободовец. Таймер лжет. Таймер лжет. Ткачев, главный редактор. Ложит или сепаратист? Лжет таймер или нет? Так. Не-не-не, вы на вопрос. Подождите. На вопрос. Таймер. Я не уполномочен, я не хотел сказать. А ну Вера придет. Ну от себя, чисто свое мнение, не мнение Темный Бог. Таймер лжет, свое мнение. Личное мнение. Не партийное. Я не смотрю то, что я вижу. Да, вы не в курсе. А Life News лжет? Я не в курсе. Life News. Не знаете? О каких СМИ тогда вы говорите? Секундочку. Если ставим вы дальше. Не в курсе, вы СМИ смотрите, какие СМИ вы... Подождите, нет, давайте со СМИ. По-моему, неправильно, что патриоты Украины не знают, лжет ли Love News. Да. Снимите, я тут это, я правильно. Хочу выяснить. Ничего плохого даже. Нет, нет, подождите, о каких СМИ шла речь, вот скажите. Вот тут нет информации в СМИ лживой. Какой именно СМИ лжет, кто-то может сказать? Да. Только Вера знает. Я смысл с вами говорить. Лидер больше информации обладает. А вот кто? Народная рада без рады. Народная рада Бессараби. Пакуем. Да не надо. Подожди. Ты же пакуешь? Жень, не надо их трогать. Там заявка уже есть, там все. Там не пакую, пакуйте остальные. Что поздно? Жень. Вон один ушел, товарищ. У него свой путь. Кто ты разговариваешь? Он сейчас друзей позвал. Блин, ребят, я вам честно скажу, я бы на вашем месте уходил, потому что вот у них офис рядом, так сейчас, ну вы знаете, что же, вы же патриоты, вы знаете. Знаете, что там в офисе у него происходит? Мы сейчас Вера вышли, мы скажем, да. А с Верой пойдем вместе все, да. И все, потом пойдем по домам. Давайте я понесу. Я подержу. Мы поможем, мы что же патриоты. Вера будет, да. Он это, он поляк. Он был.
Скажите, что еще группа неизвестных идет? И вот сейчас группа неизвестных идет. Здравствуйте. Ну что, блядь, каратели пришли, вас карать будем опять. Народная рада Бессарабии. Я выйду. Вот смотри сюда, подходи к нам. Народная рада Бессарабии? Спрашиваю, или чего вы там народная рада? Тишина. Че молчим? Это с телефоном с ними? На секунду, Марк, можно.